Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о принципах говорения на иных языках. Третий принцип, и, наверное, самый главный, состоит в том, что мы не принадлежим себе. Смотрите, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 главе, 19 стихе. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого мы имеем от Бога, и вы не свои?» И вот здесь есть два аспекта этого принципа, и они важны. Первый аспект. Мы не принадлежим себе. В предыдущей капле мы с вами говорили, что мы отдали части нашего тела в орудие праведности для употребления Господом. Сейчас мы говорим о том, что все наше тело принадлежит Богу. И Он, живя в нас, устраивает из нас храм. Дух Святой живет в нас. Но поскольку мы с вами хорошо знаем, что Дух Святой является личностью и умеет говорить, то мы должны с вами допустить и тот факт, что Он может говорить через нас, в том числе и на иных языках. Итак, мы не свои, и в нас живет Дух Святой, который способен говорить и вполне себе это делать.